Всем привет. В этом ролике я покажу, как лутать раку бомжом. Не забудь подписаться и поставить лайк. Немного ускорим, чтобы не ждать скучную пробежку. Боты меня не заметили, я невидимый. Быстрее делаем ноги, а то нагреет мне жопу свинцом. Вот и доехали, пора делать бабки. Полежи, отдохни, собачка. Вот, блин. Теперь делаем ноги. Выкусите, плешивые. А ты чего отстал от стада? Иди сюда, угощу кормом. Надеюсь, упадет слиток. Вот, блин. Здесь я услышал шаги и обосрался. Сразу ушел под пол и, недолго думая, сделал ноги в бронированный куст. Оказалось, что это два бомжа, и они меня даже не заметили. Один начал красть мой ящик. Я не выдержал такое оскорбление в свой адрес. Так тебе и надо. Нечего воровать чужое. Теперь решил закидать их граниками. Попал, я понял, что это может длиться бесконечно, и решил действовать. Печально. Надеюсь, в следующий раз вам повезет. Ну теперь можно дальше обогащаться. Может, здесь будет слиток? Зараза. Thank you.
Ну, наконец-то я богат. Сделаю себе золотые зубы. Опять говно, что же так не везет? Ну хотя бы, что-то нормальное попалось. Как у тебя воняет из пасти, иди отсюда. Более-менее, не все потеряно. Здесь я решил отстрелять собак с крыши. Ни черта не видно, но я не сдавался, лень меня графику. Ускорим немного процесс, а то все равно скучно, дальше будет интереснее. И тут пришли ко мне нежданные гости. Решил полежать отдохнуть. Видимо, там встретились две команды, ничего не понятно. Но я стараюсь сохранять спокойствие. Уже устал ждать, но тут с другой стороны ко мне прибежали. Вот и пришел мой клиент в библиотеку почитать книжки, но непонятно, один или с друзьями. Надеюсь, ему повезет в следующий раз, а в этот раз повезло мне. Отойди от меня, вонючий. Вроде бы все залутал. Решил немного полежать, а то мало ли кто-то ждет меня. Ладно, рискну. Вот блин.
Капец, их много, чуть кони не двинул. Держите свинца плешивые. Выходи, подлый трус, сделаю из тебя сапоги. Какой приятный подарок. На этих ящиках проклятие, походу. Точно проклятие. Пойду поскорее отсюда. Наконец-то это закончилось. Вот и добежали. Надеюсь, никого здесь нет. Надо перестраховаться и осторожно проверить. Чисто. Вот и подошел к концу этот ролик. Жаль, что лут был не столь хорош, но будем ценить то, что имеем. Подпишись, поставь лайк и напиши в комментарии, что нужно улучшить и что убрать. Спасибо, что досмотрел до конца. Всем добра.